Сегодня у нас день отгрузки, друзья. Клиенты приехали из Калужской области. Заказывали два КАМАЗа, 2 единицы, 65-115. Сельхозник, колхозник, называйте как хотите. Это вот первая единица. Вон там вот вторая еще стоит пока. Пока выгнали первую. Вот, будем осматривать сейчас. В техническом плане есть вопросы по технике. Будем ее решать. Визуально как бы уже осмотрели. Далее по стандарту поедем оформлять платон. Также установили тахограф. Вот. Ну, самая обычная пятнашка. Стандартная. Колеса. Камерка. Кама 310. Вот. Так, выгнали наполовину второй КАМАЗ. А, красавчики, да? Так, сейчас визуально еще раз повторюсь, мы посмотрели. Есть вопросы по технике. Так, это все решаемо. И будем сверять номера. Номера будем сверять с документами, то есть на раме. И в документах. Ну и по стандарту, друзья, приехали в платон. Давайте. Ну все забираем машину, без всяких вопросов. А, ну да, да, узнайте, уточните. Вот, Сергей, скажите, пожалуйста, обязательно ли делать платон на КАМАЗ? Так вот, ваше мнение. Вообще? Нет, не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. То есть есть места, где вообще платонов нет, и они там не нужны. Да, правильно? Да, согласен. Вот. В вашем случае как? Не нужны они. Не нужны. Мне нужно, чтобы доехать, чтобы пригнать машину. Ага. До места назначения. Все понятно. Поэтому мы будем делать платон. Ну, в смысле, не сам. Карту. Не саму, как она называется-то? Не сам прибор будем брать, а будем делать маршрутную карту. Маршрутную карту, чтобы мне пригнать машину до места. Вот он, тот самый терминал, платон. Сейчас через него составим маршрутную карту. Ну что, друзья, отгрузка продолжается. Так вот, Сергей, представитель наших клиентов из Калужской области, приехал принять эти автомобили, приехал с водителями. Водители сейчас на данный момент изучают тахографы. Вот пару слов, Сергей. Подытожить сможете что-нибудь сказать вообще про КАМАЗы? Как вам, ну, на первый взгляд, технические части? На первый взгляд КАМАЗы отличные. Ну, не то, что отличные, но они не новые, но в хорошем состоянии. Нареканий по КАМАЗам никаких нет. Ну, какие были нарекания, люди нам помогли, мы тут же все это устранили, мелочевку сделали. Ну, с виду КАМАЗы в отличном состоянии, с виду. Ну, в работе, но, в работе покажут, как бы, в работе они только покажут тогда, когда мы на них поработали. Да. Что и согласен, как. Везде, где утечки масла нигде нету, трещин как бы никаких нету. Ну, есть там небольшие нюансы, мы их как бы все исправим. Ребята очень хорошо отнеслись, ваши менеджеры, механики, руководители, слесаря. Спасибо им большое, что помогли сделать. Спасибо. Ну, как бы, хорошо очень все, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну что, друзья, работаем, работаем. Стараемся все сделать для клиента. Сами понимаете, что самая хорошая реклама — это сарафанное радио. Поэтому стараемся, чтобы клиент был доволен. Так, сейчас на данный момент дожидаемся электрика. У нас автопоезд почему-то не включается. Я не знаю, почему это так происходит. Вроде бы перед приездом клиентов все проверили, все работало, все светилось. А тут бац и не включается. Поэтому ждем электрика. Сейчас все исправим. По остальным моментам, что у нас было замечено клиентами, все исправили. Все исправили, все работает.
Ну что, друзья, у нас завершающие штрихи, так скажем. Подписываем документы, все соответствующие, сопутствующие. И так, еще один этап остался. Мы сейчас поедем на заправку. Проводим клиентов до заправки и там будем прощаться. Ну все? Все. Давайте. Все, спасибо. Все, пока. Вам спасибо. Счастливо. Давай. Пока.